Только по официальным данным, более четверти российских детей живут в нищете. Из многодетных семей каждая вторая находится за чертой бедности. Но проблема касается не только их. Нередко бывает такое, что черту бедности семьи переходят уже при рождении первого ребенка. Особенно остро проблема детской бедности стоит в сельской местности, где половина всех детей растет и воспитывается в нищете. Мы отправились в город Кувшиново в Тверской области, чтобы наглядно показать вам, как это происходит. У нее 5 детей, 3 она родила, их забрали, она родила себе 2 еще. Ну, я гуляла и раньше. И папа судьбой ребенка не интересуется? Не интересуется. Вообще не. Меня избивал, он начал детей голос повышать. К нему приходят, социальная служба говорит, найди работу, а работы нет. Как я могу в таком состоянии? А в каком состоянии, что свое? Потому что выпила. А почему выпили? Потому что захотелось. Из-за алкоголя погиб мать, погиб отец. А до этого были какие-то проблемы там с алкоголем? Ну, мы успевали. Единственное, кто может выбраться, кто себя сам вот, так вот вытягивает. Да. Конечно, когда он в трезвом состоянии посмотрит на жизнь, она опять захочет выпить. Мы в Кувшиново. Мы приехали в Кувшиново. Что мы здесь делаем? Фонд «Константа». Мы помогаем семьям, которые находятся в сложной ситуации. Кризисные. Те семьи, где дети попадают в приюты. Мы возвращаем детей из социальных учреждений в кровную семью. Боремся за то, чтобы дети были в семье. В России почти 50 тысяч социальных сирот. Это дети, которые по разным причинам остались без попечения родителей. Обычно родительских прав лишают из-за алкоголизма или полного отсутствия средств к существованию, когда семьям буквально нечего есть и когда они живут в опасных условиях. Но на самом деле родители находятся в кризисе материальном, в первую очередь. Мы порой и кормить детей нечего, и из-за этой ситуации они, конечно, помещают их в приют. А потом уже, если у родителей нет никакой поддержки в виде людей рядом и социальной службы, то, естественно, может разные быть ситуации. Каждый 10-й ребенок России не имеет полноценного питания. Это значит, что в их рационе крайне редко бывают мясо, курица и рыба. Наша задача – поддержать семью на момент того кризиса, когда материальные трудности, да, и уже преобладают над воспитанием детьми, когда они решают, где им найти продовольствие, чтобы покормить своих детей. И вот в этой случае мы приходим, стараемся приходить раньше на помощь семье, потому что когда ты работаешь... То есть подхватить, пока они не упали. Конечно, когда мы подхватываем продуктами, материальными там вещами и так далее, всеми возможными случаями для того, чтобы они смогли сами в дальнейшем себе зарабатывать на жизнь и воспитывать детей. Благотворительный фонд «Константа» был создан в Тверской области в 2011 году. За 9 лет сотрудничества с органами соцзащиты ему удалось помочь более чем 3000 семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. То есть, когда у родителей забирают детей из-за там, пьянства, да, какие основные причины, почему забирают детей? Конечно, алкоголь. Да. Алкоголь. Не, а ты что-то кушала сегодня? Нет. Ничего не кушала? Мама не кормила, да? Но есть и бытовые признаки, где нету тепла, печки, окна, проводки. Пожарная ситуация в семье – это основная причина в нашей России. То есть если условия жизни не соответствуют или плохие, то есть повод. То забирают детей. Да, ну, дают какое-то время там что-то изменять, но... Насколько, а вот как происходит? Насколько есть возможности там изменить. Вот ты живешь, скажем, в доме, у тебя нету там электричества, работы, и ты в запое. Тебе приходит, скажем, социальная служба, да, и говорит, что, найди работу, сделай ремонт? Да, так и говорят, если ты там через полгода не сделаешь. А, ну полгода хотя бы, то есть не через 2 недели. Тебе дают срок какой-то сделать. Если ты не сделал ничего, то приходит социальная служба и говорит, ну, может быть, мы ребенка, ты отправишь сама ребенка, она в детский дом. В приют. Это не детский дом сначала, это приют. На полгода семья пишет отказ от ребенка, заявление на помещение. То есть они добровольно, у них не силы, то есть они добровольно? Сейчас официально делают добровольно, потому что силы – это очень долгий процесс, и силы отбирают только если там есть угроза, явная угроза, алкоголь, и понятно, что будут выходить на лишение. Если ситуация в семье не меняется, то сотрудники опеки вправе забрать детей у родителей. Причем они могут сделать это немедленно, если посчитают, что здоровью или жизни ребенка угрожает опасность. Так произошло в семье Людмилы. Героиня наша Люда, у нее произошел пожар в квартире. Ребенку 4 года, она находится сейчас у родственницы под временной опекой. Но судьба ребенка пока не решена, либо он попадает в семью в приемную замещающую, либо он возвращается к маме. Мама сейчас
устроилась вчера на работу, сегодня уже туда не пошла. Мы сейчас предлагаем ей помощь в лечении. Как она только будет готова, она вообще согласна, но пока вот... Она сейчас в каком состоянии? Она сейчас в алкогольном состоянии. Ну, пошли посмотрим. У вас здесь пожар когда случился? 18 февраля. А вы были здесь? Да. И ребенок был здесь? И ребенок был. Угу. И чего? А от чего? Сигареты? Ну, наверное, да. Вы курите, да? Да, я курю. И как, потушили? Соседи. А то есть, а вы что, спали? Ну, сын меня разбудил. Меня не надо снимать. А вы расскажите, пожалуйста, вы... Сын меня разбудил, так. Маленький ребенок. Угу. А сколько лет сыну? 4 года. Он меня разбудил, да, вот у нас тут вспыхнуло все. Соседям постучали, они дверь открыли, и тут все вообще огнем. А вы пьяные были? Ну да. 4-летний ребенок с трудом разбудил пьяную маму. И если бы не он, то пожар мог бы закончиться трагедией. Сейчас мальчик временно находится у дальней родственницы. Лёд, ну просто маленький мальчик, там у нас сейчас решается его судьба. Он либо остается в той семье, либо попадает ну сюда. Ну это же мой мальчик. Ну как? А как мальчику вот так вот жить? Ну скажи. как? Это там же мой хорошо. Мальчик. А тут был пожар. Ну и что, он же все помнит. Помнит? Да. Просто он мне, мам, ну почему ты не вставал, когда я тебя будил? Он эту... Про трагедию. Вот помню. Именно. То есть сама трагедия у него большую травму ему нанесла. Ну я не знаю, большая травма или нет, но он помнит и это мне говорит. Людмила старается навещать сына раз в неделю, но из-за запоев у нее это не всегда получается. А когда вы видели его последний раз, ребенка? На той неделе в субботу. В субботу, да? В субботу. Сегодня что у нас? Четверг. Ну, в субботу. 5 дней назад. И после этого ушли в запой. Ну да, получается так. Людмиле 42 года. Она развелась с мужем, долгое время нигде не работала и даже не пыталась куда-то устроиться. После того, как у нее забрали ребенка, она так и не нашла в себе силы изменить свою жизнь. А вы работаете? Ну да. А кем? До сегодняшнего дня. До сегодняшнего, сегодня не пошли на работу? Сегодня не пошла на работу. А почему? Работала поваром. Вообще я повар. А почему не пошли на работу? Ну, потому что вот так вот, такое состояние у меня. Как я могу в таком состоянии идти? Ну, а в каком состоянии? Что свое? Потому что выпили. А почему выпили? Потому что захотелось. Не хотите прекращать? Хочу прекращать. А вы каждый день пьете? Нет. А как часто вы пьете? Ну, запои бывают. Ну как, ну... Вот сейчас... У вас сейчас вот какой сейчас у меня запой, да? Допустим. Сколько дней вы пьете сейчас? 5 дней. 5 дней подряд? Да. Сегодня будете пить? Это же, понимаю... Похоже. Ну... А похоже почему? Не хочется или что? Нет, похоже уже нам завязывать. А вы планируете какие-то вообще... Хочу, у меня ребенок же маленький. Как, конечно, хочу, а почему нет? Ну а почему вы не... Вот есть люди, которые хотят вам помочь. Так помогите, пожалуйста. Так нужно, чтобы вы не пили как минимум сколько, 10 ну, дней? Ну, давайте я закодируюсь. Там. Вот а это. Вы пробовали вообще, когда был какой-то период, когда вы не пили? Был. После пожара какой-то был? Был. Вы возвращались? И период был большой, что я не пила. Недавно Людмила нашла нового мужчину. Возможно, ему удастся как-то на нее повлиять. Получилась такая фигня, вот то, что меня вот сейчас в больничку положили, и она просто решила расслабиться. Да, без тебя, да? Тебя? Да, по типу, что при мне никак, а вот без меня решил. А вы ее как-то сдерживаете, да? Да. А вы сами не пьете вообще? Ну, бывает выпиваю, но нет, так очень не редко. Понимаю, чем, может, это что последствия, тоже пережил очень многое. Тоже из-за алкоголя погиб мать, погиб отец. И поэтому у меня ассоциация с алкоголем очень... Отрицательная. Отрицательная, да. Да и сам в свое время получил тройное алкогольное отравление. Меня еле врачи вытащили. Поэтому мне врачи сами сказали, хочешь жить... Бросай бухать. Завязка, да. И сколько вы уже по времени в завязке? Уже... Дай бог, мне вот сейчас 40, сегодня вот мне исполнилось. Сегодня? Сегодня? Да. День рождения. С днем рождения. Поздравляю. Спасибо. Отмечать ну, будете? Ну вот видите, вот такой вот мне подарок. И из них я половину жизни я уже не пью.
А где вы работаете? В Верхней Волжске кожевенный завод. Сколько зарплата? Ну, зарплата от 35 до 45. А, ну это нормально. Ну это по городу как бы нормально. Охренеть, ты как директор. У Людмилы есть шанс вернуть своего сына, но для этого ей придется не только пройти курс лечения от алкоголизма, но и улучшить условия, в которых они собираются жить. Можно спасти эту семью? Ну, больше вероятности нет. Тут надо работать именно в приемной семье. То есть спасти можно только ребенка? Ну, ребенка, тут мы не спасаем семью, мы тут будем спасать ребенка. Но тут уже все будет зависимо и зависеть от мамы и от той семьи, где сейчас находится ребенок. Но что? Тут в этом случае органы опеки не отдали ребенка в приют, а нашли сразу же замещающую семью, поэтому ребенок находится в семье, а не в государственном учреждении. Но тут вот мы с мамой можем только помочь в лечении, а дальше уже жизнь покажет. Дальше будет смотреть, как она пойдет, да? То есть, если она там сколько времени она не пьет и пьет, это надо же как-то с ней так плотно работать. Потому что им сейчас работать. Там жить им, естественно, негде, это надо ремонтировать это жилье, помогать. И, ну, жизнь ребенка тут тоже может быть всегда в любой момент под угрозой. Если у нее, как бы, ну, мы не можем прогнозировать, будут серьезные отношения с этим мужчиной, то, в принципе, это ребенка можно возвращать под то жилье, если оно соответствует там каким-то нормам проживания. Подожди, насколько я понял, она рассчитывает, что вы сделаете ремонт, ну, отремонтируете дом. Мы, ну, это как заявляли. Это звучало так и от опеки, да, что мы тут как-то вот пожар, ну, вот в чем-то поможем, да. Было там от опеки, что типа, давайте мы ей вставим там пластиковое окно, да, потому что там окно вот это взрывается. С другой стороны, но окно не может быть самоцелью, да, ну, ребенка-то что, туда с окном, с пластиком, да, поэтому тут надо или до конца идти, или вот какие-то варианты искать. Восстановить родительские права довольно сложно, не каждой семье это удается. Одни не в состоянии отказаться от алкоголя, для других камнем преткновения становится отсутствие денег и ужасные жилищные условия. Все-таки да. Вот люди, они находятся в кризисном состоянии. Почему они в нем находятся? В чем особенность этого состояния? Нехватки денег, потому что очень большие ресурсы должны на ремонт проводки и на ремонт... То есть у них нет денег, потому что они не работают? Ну, многие не работают, нету работы. Но они живут, многие семьи живут на пособие. Они проживают на пособие по детям. На... Какое пособие сегодня? 8 тысяч на ребенка, это в среднем... Но это то же самое, что это у многодетных семей или как? У многодетных семей. А если у тебя один ребенок, если два? Один ребенок, ну, если два, то там, по-моему, порядка 500 рублей на ребенка выходит. Ну, и на что живут эти люди? На пенсию стариков своих они живут обычно, нет? Как малоимущие они получают 1000-3-4, как малоимущие она может получать. Раз в год они получают пособие 8, не знаю, сейчас, наверное, в Твери 8,5 тысяч рублей, это они могут получить от социальной защиты, как малоимущая семья, один раз в год. Если мать и отца лишили родительских прав или даже просто ограничили в правах, они автоматически лишаются всех льгот и государственных пособий на детей. Вот человек находится в кризисной ситуации, к нему приходит социальная служба и говорит, найди работу, а работы нет. И они понимают, что ее нет. Зачем они это говорят? Все, делать-то? И дальше отбирают детей. Дальше по графику, они через месяц, у них график составляется, мониторинг, они приедут в эту же семью и скажут и то же самое, напишут, составят протокол, мы приехали, составили вот что-то как условия, и больше ничего не происходит. Все. В летний период легче. Многие подрабатывают на огородах у соседей, у дачников и так далее. Летний период для них, конечно, выживание. Кто-то ходит в леса, собирает грибы, ягоды, это у них тоже сезон. Ну, это сезон. И продают, да. И лето, конечно, они выживают. Ну, то есть люди живут подножным кормом, буквально, да, работают. У людей, которые могут нанять их на работу, да, там на копку огородов, не знаю, на прополку. Официальной работы очень найти сложно. У них нет официального заработка. Как правило, таких людей не берут на официальную работу. Без работы и должной социальной поддержки такие люди очень быстро оказываются на самом дне. Выбраться из этой ямы крайне тяжело, а для некоторых и вовсе невозможно. Единственные люди, которые могут прийти на помощь, это сотрудники таких благотворительных организаций, как фонд «Константа». Мы подхватываем продуктами, материальными там вещами и так далее, всеми возможными случаями для того, чтобы они смогли сами в дальнейшем себе зарабатывать на жизнь, воспитывать детей. Но, как правило, пожарная ситуация, печки, проводки и тепло – это основная причина, когда дети попадают на зимний период в приют.
И у семьи нету финансов. Это 100 тысяч стандартная печка стоит. Ну, вот сейчас мы увидим. Ну, как правило. Как правило, ремонт печи или создание новой печи – это примерно 100 тысяч. Мы сейчас придем в эту квартиру. Это здесь сколько? Три печи. Вы увидите три огромных печи, которые одна не функционирует. Стоит там типа русская большая печь, которая там внутри что-то. Она не работает. Вторая там что-то тоже. И третья еще вроде как-то поддерживает температуру. Вот сейчас задача две больших разобрать, демонтировать. Вместо нее сделать нормальную с плитой, чтобы она могла на ней готовить. Ну и система. А подождите секундочку, вот у меня вопрос. Я правильно понимаю, что судьба детей зависит от печки? Нет, это... Ну, ведь фактически получается. Один из факторов. В органах опеки семья Анастасии давно числилась как неблагополучная и стояла на профилактическом учете. Родители часто злоупотребляли спиртным, детям не хватало еды, а за младшим ребенком толком никто не следил. Зимой у одной бабушки рухнул сарай, крыша. И вроде она сказала, что это мой сын, там с друзьями были. Он маленький стоит на комиссии, говорит, и мам, я этого не делал, и плачет. Но у нас комиссия сказала, если он плачет, значит, он виноват. Будем следить за ребенком. Это какая комиссия? По делам несовершеннолетним, да. Вот то есть бабушка вызвала полицию? Бабушка, да, сказала, что вот, мол, за ребятишки сделали, начали нас на комиссию таскать. Начался вот это вот из-за этого сарая суд. То есть с иском вышла опека, орган опеки, да. Естественно, Кушиновской. И... Да, и сказали, что, мол, ограничиваем ее в родительских правах. Не, Анастасия, а на карандаш опеки вы попали именно в связи с этим случаем сарая? Нет, это было... Или уже вы как-то там это попадали? Это было до этого, да. То есть вы попадали, они и они уже там, знали, да, семью, как правило, уже знают. Была не в трезвом виде, была, да, и вот за этого я уже... А сколько лет ребенку? 13. А забрали когда его? Год назад. А до этого 12 лет что происходило? Пила. Чувствовала себя хорошо. Ребенок был со мной. А ребенок себя как чувствовал? Наверное, плохо. Но он в школу часто ходил? Да, ходил в школу. Не, ну, то есть вы как-то следили за ним? Да. То есть там оценки это получал? А вы одна воспитывали ребенка? Да. А с папой что случилось? С папой мы развелись. Потому что он... И папа судьбу ребенка не интересуется? Не интересуется. Вообще он не... Он меня избивал, он начал на детей голос повышать. Алименты не платят? Ничего не платят, ни алименты, ничего. То есть ему все равно, что ребенок сейчас где-то? Да. А ребенок где? Ребенок в Эмаусе. Вы забрали его, да, у вас? Ограничили меня, да, в родительских правах. Почему? Как это случилось? Дружила с алкоголем очень, сказать так. То есть, а вы не выглядите как пьющий человек вообще? Выпрямилась, да, пошла в соцзащиту к нам, попросила помощи, иначе потеряю ребенка. Только когда забрали ребенка, Анастасия поняла, что дальше так жить нельзя. Она избавилась от алкоголизма и кардинально поменяла образ жизни. Это было совсем непросто. Анастасии понадобился целый год, чтобы привести свою жизнь в порядок. А сколько времени вы выкарабкиваетесь вообще из этой ямы? Ой, честно сказать, даже не знаю, как сказать. Наверное, всю жизнь. Вот так. Начала я жить с мужчиной неладным. И вот так вот все время была все одна раз. Вот вы когда обратились за помощью? Сколько времени назад? Вот год, наверное, назад. Год, то есть вы год. Нет, они до этого мне предлагали. Но так как у меня было вино, я гораздо всего, я могу все сама. А вы почему? И в итоге я стояла на одном месте, плакала, пила, и в итоге у меня ничего не получалось. Вы же в Константу ездили или нет? Да. Ну, это вот от нашего, то есть в Тверь она ездила. Мы занимаемся профилактикой, у нас есть специалист в Твери, который единственно согласился после наркодиспансера брать наших клиентов на платной основе, консультировать и оказывать помощь в лечении. Помимо этого, он еще смотрит за здоровьем пациента и назначает какие-то лекарства профилактические. И в дальнейшем, конечно, этот этап длительный, но если есть динамика у пациента, он может повторно приехать там 2-3 раза. Вот, ну вот тут в этом случае у нас получилось, да? Вроде сразу, да, сразу, ничего, там... никаких. Так, вы сейчас больше не пьете? Вообще. Там врач-психотерапевт, он делает консультацию, смотрит... Кандидат медицинских наук, так что да, серьезно все. Сначала проводит консультацию с клиентом, дальше уже подбирает какие-то определенные препараты в зависимости от состояния клиента. А сожитель ваш? Сожитель нет, он не пьет, работает. А он тоже не пьет? Нет, ну бывает выходные, может там рюмочку две. А вы с ним? Ни грамма, вообще ничего не хочу. А вы где работаете? Я на фабрике. То есть вы хотите сказать, что из алкогольной ямы и вот этого безденежья, даже с этим мизером продуктов и мизером вообще возможностей, можно вылезти вот... Можно.
Можно. Насколько это сложно? Можно, но вы помните там... Какой процент? Человек — это изменяющееся существо. Пока он дышит, он может изменить свою жизнь. Но это очень сложно. Это уже такой психология. Какой процент вот, из счастливых историй, да? Из 100% у нас процентов 50, у нас 50% семей, они держатся первый год, мы их всех контролируем, при дополнительной поддержке фонда, при дополнительных специалистах от некоммерческих организаций, при общении с ними ежемесячным. Но это семьи, у которых есть мотивация вернуть своих детей либо сохранить. И только вот этот вот мотив, что у них есть мотивация, их еще больше держит. Просто желательно должна дальнейшая поддержка, должна, чтобы человек не оставался наедине как бы с самим собой, и что там был, чувствовал себя, что он в обществе, в социуме каком-то, а не просто вот там разовый укол там или еще что-то. Вот в этом, мне кажется, ключевая разница между подходом государства и подходом некоммерческого сектора. Сейчас Анастасия собирается восстанавливать родительские права. Сделать это можно только через суд. Но чтобы сына можно было вернуть домой, одной справки о лечении алкоголизма недостаточно. Сейчас вот надо нам алименты начинать гасить, потому что мы в суд будем выходить. Угу. Обязательно сказали, суд будет смотреть на динамику по алиментам. А алименты, в смысле, кто кому должен? Анастасия должна платить алименты своему сыну. Как только ребенок извлекается даже еще до суда, сразу с этого момента начинается отсчет алиментов. Понятно. То есть вы должны государству платить? Да, ну долг у меня было по возможности, я клала по 5000. А какой сейчас долг? Я не узнавала вроде. Вот надо узнать и начинать гасить, потому что в ближайшее время будет суд, и суд будет, опека будет смотреть жилищные условия, если мы сделаем вам печку, отремонтируем тепло, и динамику по алиментам будет смотреть суд. Потому что прокуроры-то всегда смотрят вот эти серьезные вещи. Да. Суду необходимо предоставить доказательства того, что ребенок будет проживать в нормальных условиях. Сейчас у них 3 печки, из которых отапливают квартиру только одна. Вторая находится просто в аварийном состоянии, а третья вообще не работает. Ну и это еще не все. В комнате сына нужно заменить оконную раму и электропроводку. Стоимость такого ремонта более 130 тысяч рублей. А у вас постоянно сейчас работа? Да. А зарплата какая? 11500. 11500 в месяц? Да. И если бы не фонд «Константы», который собрал необходимые деньги, то матери-одиночке пришлось бы копить эти деньги несколько лет. Это вот сын, да, на фотографии? Да, это сынулька. А сейчас вы с ним общаетесь как? Да, мы каждый день с ним созваниваемся. 5 телефонов ему уже туда. Ну, вы же последний раз недавно, что вроде бы мама съездили. Да, я ездила и 1 апреля, и 1 мая. А вы его навещаете? Да, навещаю. А он как себя чувствует? Скучает? Скучает, мы вместе плачем. Он хочет вернуться? Разлука обалдеть. Юра, да, Юру сына зовут? Юра. Восстановить родительские права в отношении ребенка старше 10 лет возможно только с его согласия. Но в случае Анастасии с этим, судя по всему, проблем не возникнет. Мы видим ситуацию, да, то, что, ну, в принципе, семья, которая готова, то есть, ну, и ребенок готов, и мать готова. С мотивацией. Да, то есть, ну, понятно, что условия там не самые лучшие, но в любом случае, это условия, я на 100% уверен, лучше, чем в приюте, там, в детдоме. Конечно. И сейчас нужно что-то доказывать, нужно и без того, там, за эту вот нищенскую зарплату, нужно какие-то алименты, да, отдавать. Нужно проходить какие-то эти круги, чтобы доказать, что эта семья как может быть. То есть роль государства вот в этой истории какая? Она в основном контролирующая функция. То есть вот на сегодняшний момент с точки зрения государства ребенку лучше в приюте? Или правильно находиться? Более того, если они его, если они вернут, еще нужно будет дальше каким-то образом подтверждать, там постоянно будет на контроле эта семья находиться, то есть еще будет опасно, что они могут его обратно забрать, если... Да. Если что-то, какой-то рецидив, если что-то так, поскольку они же ведь будут потом, орган опеки всегда приезжает и контролирует, где ребенок возвращается, если там где-то что-то не так, а не так это может много, допустим, мы пришли, открыли холодильник, там нет продуктов, или там нет запаса определенного, значит, что-то уже не так, и там вот что-то у вас плохо раскидано, разбросано. Понимаете? То есть с точки зрения государства... Блюдет. Сейчас с точки зрения государства ребенок должен находиться... Это контроль. Не помощь. Да, правильно. Под пристальным контролем опеки находится и семья Елены. Но в отличие от Анастасии, никаких действий для возвращения детей в семью они не предпринимают. А сколько у вас детей? 2. А всего? 5. А 3? 3 за 3 забрали. Забрали. А расскажите, почему забрали? Ну, гуляла я раньше. Угу. Она и была, и гуляла. А кого забрали, сколько лет сейчас? Старшему 11, близнецам 9. То есть 11, 9, 9. А забрали их когда? 2014. А вы сейчас с ними какую-то связь поддерживаете?
Почему? Ну, я не знаю, где я. Ну, вас не интересует, вы не... Ну, как не интересует? Ну, вы пытались как? Не, ну как вы... Я хотела бы вернуться, конечно, но не получается. Не, ну, они же где-то находятся, к ним можно приехать, им можно позвонить с ними, можно как... Ну, я думаю, что в опеку вы обращаетесь, и они, если даже в приемной семье, вам скажут, куда. Ну, они вам скажут адрес приблизительный. А дальше ваша инициатива, то есть... Не, просто мы говорим, не осуждаем, а просто... А сколько у вас сейчас лет детям? 4-3. Понятно. Такого алкоголя явного же сейчас нет здесь? Нет. То есть алкоголя явного, ну, я не вижу, во всяком случае, вживую, да, как бы, да, там, я не знаю уже, там, что, может, что-то скрывается, да. Но риск изъятия всегда присутствует. Даже та же самая пожароопасная там ситуация в доме для опеки, тем более они знают предысторию, легче даже включиться в той, ну, там, в той семье, в которой там все нормально было. Да? Здесь уже опыт изъятия детей присутствует. Ведь вас же лишали через суд, ведь правильно, родительских прав? Вот, а поэтому... почему лишали? Алкоголь. Ну, то есть алкоголь был, да? А как вы с этим справились? Нормально справились, перестала пить. Просто сама? Ограниченные в правах родители больше не могут воспитывать своих детей, но никто не запрещает им видеться и общаться. Хотя Елена, похоже, сама не заинтересована в том, чтобы поддерживать с ними контакт. Они в приемной семье. Да. Но вы не общаетесь, да? А как-то в будущем планируете? Да, надо звонить, у меня есть номер этот, опеки туда. Ну, они просто потом вырастут и, наверное, хотят найти контакт какой-то. Как можно найти? Ну, до опеки вам напрямую пешком тут километр. У меня они были у сестры, у родной. Так. Она как бы, как она сказала, что у нее забрали. Я не знаю, как насчет, правда? Сказали, что они написали отказную. И забрали в детский дом туда, в Поржов. Я туда звонила, мне старший сказал, мама, если тебе не получится нас вернуть, все равно приедет. А этих вас не пытаются отобрать? Но однако же опека же понимает, да? Что если... опека к вам обратилась, да? Ну да, то есть это опека уже как бы. То есть опека переживает. Поэтому если взять ходатайство, рассмотреть от опеки, то там написано, существует риск изъятия детей. Вот и все. А вы об этом знаете, что опека это так? То есть что опека думает, что есть риск? То есть если что-то не так... Они об этом никогда не говорят. Но они же об этом говорят вот фонду. То есть вопрос же не в том только, что типа вот там семья не очень материально обеспечена, и фонд тут, я не знаю, подымет уровень благосостояния. Да, вопрос же не об этом, а вопрос о том, что риск изъятия детей. Ну, фонд работает непосредственно по обращению опеки. Мы уже говорили, что мы не можем без гаранта помощи. Ну, они отбирают, это отбирающий орган, который решает, отобрать детей или нет, забрать, не забрать, изъять, не изъять, следить за семьей, не следить. А мы уже тут на подхвате. Хорошо, что у нас в Тверской области мы, наверное, единственный фонд социальщики, да, который занимается сиротами, который вплотную работает с государством. Прямо непосредственно по обращению. Ну, и этот вот алгоритм работы, он эффективен, потому что есть те ресурсы, которые нет в государстве. Потому что у них есть ресурс отбирать, а вы занимаетесь тем, что вы собираете деньги на то, чтобы не дать это брать. Ну, а у них есть ресурс следить, отбирать и контролировать. Психологически это не только, но материально прежде всего, потому что социальных служб, как правило, своих денег нет. Митя зол. Не, я зол, потому что у нее 5 детей, и 3 она родила, их забрали, она родила себе 2 еще новых. При этом ты заметил, насколько она вообще, помощи все равно, она к ним как-то, ну где-то они там, я даже не знаю, я что-то... Первая фраза, да, когда вот 3, а я не знаю, где они. Да, я там за них переживаю, я там что-то, но 5 лет не было возможности узнать их адрес, позвонить им, написать. Хотя опека от нее... Опека километр, если пешком тут напрямую пройти дворами, да, и не надо там звонить, она сказала, телефон у меня есть, да, ну телефон... То есть у нее есть все возможности общаться? Желание нет. Ну, естественно. Я пытаюсь... понять, зачем они, вот как так случается, что они рожают по 4-5 детей? Почему это происходит? Я думаю, она не собирается останавливаться. Я думаю, ей 35 лет. Я думаю, она еще 3 родит вообще без проблем. 3 навряд ли, но у 2 есть вариант, да. Ну вот мы все время слышим вот про эту вот духовность, большую семью, но это получается-то действительно на земле, вот в реальности. Это получается вот так, что она их рожает, у нее их отнимают. Причем я так понял, что она на материнский капитал от предыдущих 3 купила этот дом. Да, материнский капитал отбирают, если есть отобрание, то материнского капитала нет. Это, скорее всего, материнский капитал ее уже этих детей. Если детей возвращают, то надо идти опять в суд дополнительно и требовать, чтобы материнский капитал восстановили. Тут еще тоже у нас новый закон с прошлого года за каждого ребенка.
до полутора лет малоимущим семьям дает 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей – это для них большой паспорт. Поэтому многие готовы рожать через каждые полтора года, чтобы получать... То есть они все дают материнские капиталы, пособие и... Ну, по многодетности, чем больше у тебя детей, тем больше тебе государство платит денег. И на это просто... Ну, но это, на это можно выживать, не жить, не для детей жить, а жить там больше для себя. Тут как бы у этих детей есть семья, есть мама, есть забота, тем более дети маленькие, у них есть уже какая-то привязанность. А если эти дети будут в таком возрасте, в детском доме, скорее всего, в дальнейшем будет то же самое, все будет такая же. И не факт, сколько из них выйдут вообще в семью. Детская бедность создает ловушку нищеты. Как правило, дети в малоимущих семьях не могут получить достойное образование. Это значит, что большинство из них будет обречено на низкооплачиваемую работу, и как следствие в старости они получат минимальные пенсии. Их дети и внуки тоже пойдут по тому же кругу. Причем от поколения к поколению уровень бедности будет только расти. Но здесь люди, они просто получают, что они никому не нужны, что у них нет никакого выхода. То есть единственное, кто может выбраться, кто себя сам вот так вот сам, будет вытягивать. Да, да, если сам. А на это нужны огромные силы. Или какая-то поддержка. Тогда вот мы хоть что-то поддержим. А на это нужны огромные силы. Но они же сами не понимают, конечно. Конечно. То есть они же давно смирились с своим положением. И я уверен, ей кажется, что все нормально. Она даже не понимает, почему мы к ней пришли. Да. Потому что у нее же были совершенно растерянные глаза, когда ты ее спрашиваешь, что там опека перевела. Она не понимает, а что не так. Типа, да, вот там детей. А мне опека не говорила, что да. У меня хотят детей забрать. То есть она меня не пугала. То есть, если когда иногда приходят, пугают, наверное, а если тут вроде, наверное, опека, которая смотрит, вроде как-то там. То есть она не понимает, что. Она абсолютно не понимает. Она сейчас находится совершенно в таком стабильном своем состоянии, она не понимает, что вообще что-то не так. И мы ушли, там протест, наверное, пошел, да? Типа, а что пришли вообще? А что хотели? Ну, я вижу, мы были в разных семьях, есть где вообще просто, трешак, и что надо просто прийти, убраться, помочь, приготовить, накормить детей. Тут я вижу, что есть какая-то, она как-то убирается, и понятно, что эти игрушки все надо собрать и в лучшем случае выкинуть, но в плане того, что она как-то, у нее есть какой-то еще резерв. Здесь история такая, что изъяли детей троих и вторжок, у нас там есть областной центр помощи детям, это не детский дом, а это как бы временный, да, туда помещают. И их отвезли туда, потому что родители попались с алкоголем. С тем, что они пили. Я пошел в баню. Тихо. Сейчас. Пошел в баню. Угу. Сердце, видать, не выдержало. Два месяца без этих. Это чей диван? Что несешь? Ты мне его купил? Без выходных работал два месяца. Ты мне его купил? Не выдержало сердце. Приехали. Да ты что ты живешь? Что ты несешь? И скорая помощь донесла в опеку, да? Да. А до этого были какие-то проблемы там с алкоголем? Мы выпивали, да, я не буду. Скажите, сейчас кто не пьет? Скажите, сейчас. Я не пью. Выпивали, они что, попались вот так вот на кружку. А детей вернуть, мы закодировались. А бабушка пьет, да? Бабушка ей бесполезна, она уже не справится. Бабушка любит алкоголь, да? Да. А много пьет? Да, выпиваю, я не спорю. А и дочь пьет. Ее уже нет. О, нет, пьет. Пила в прошедшем времени. Пьет. Пьет. Ты меня видел за стопкой-то? У меня бумажки есть. Да. Все. Да. Ты еще в моем доме живешь. Теща, тихо. В каком это в твоем доме живу? Дом-то на материнский капитал куплен вообще-то. Она уже начинает белую гаражку. Ну ладно. Все понятно. Помимо злоупотребления алкоголем, опека выявила в доме еще одну серьезную проблему – аварийную электропроводку. Родители привели в порядок все, что могли, но заменить электрику многодетной семье было просто не на что. Тогда на помощь пришел фонд «Константа». Мы своими силами сделали ремонт. Евгений Николаевич помог нам с проводочкой. Вот мы к врачу ездили. Тем поддержал. Все эти инспектирующие поездки опека, они же тоже смотрят, проводка, они пока приехали, вот мы не вернем детей, пока там не сделаем это. Да? А дети где были? У нас в центре, в областном центре помощи детям. Родители старались регулярно навещать детей, но они все равно стали все больше отвыкать от мамы и папы. Без них 9-месячная Саша сделала в приюте свои первые шаги. Любое изъятие детей приводит к депривации, потому что я мог наблюдать, когда, сколько там они, 5 месяцев не были, да, уже не каждый раз там ездили. В итоге, когда родители приезжали, родители приезжали, социальные работники наблюдали, говорили, что
будто дети не очень-то идут. Если психологически посмотреть, 8-9 месяцев у детей в возрастном развитии происходит страх чужого лица. И вот их изъяли, и, это ужасно. И незнакомые воспитатели. Это так происходит. Это же мучение для ребенка. Страшное мучение. После того, как Алексей бросил пить, ему наконец удалось найти дополнительный заработок. Сколько зарплат у вас? 15. На что вы сейчас живете? У вас в месяц сколько на семью сейчас денег получается? Ну, вот детские. 1030. 1030. Хватает? Ну, не хватает. А кому хватает? Не хватает. А на что не хватает? Ну, вот ремонт. Вот, там. Вот смотрите, сейчас ремонт, вот стену я сейчас делаю. Стену. Вот сейчас обшиваешь, утепляешь, да? Дом был холодный. Утепляю стену. Терраску я обшил. Все, терраска теплая. Терраску надо крышу перекрыть. Ну, все в копейку, как сказать. Что можем покупать? Все идет в копейку. А чем питаетесь? Макароны, картошки. Мясо. Макароны, мясо. А, ну то есть фрукты, овощи, дети, там, шоколадки, все. Обстановка в доме довольно бедная. Но Алексей и Анастасия стараются поддерживать чистоту и порядок. Прокормиться им помогает собственный огород. Недавно семье удалось купить старенький автомобиль. «Москвич 2141». Теперь главное для Алексея и Анастасии – это сохранить то, что им удалось с таким трудом восстановить и не повторять ошибок прошлого. Для нас плохо, что бабушка была в гостях, что дети видят эту всю ситуацию. Так, можно с вами еще поговорить? Я Мама, беременная. Хватит тебе уже. Что вы? Нет, нельзя снимать. Не, ну это уже беременна горячкой. Мы вообще в фонд помогаем семьям в общем. И были истории, когда мы и бабушек, и дедушек, и маму, и папу помогали с алкоголем. Тут будем работать с бабушкой. В подобном состоянии человека можно вытащить? В подобном не знаю, но если у нее будет хотя бы 5 дней, она продержится без алкоголя, то можно попытаться с ней поработать. Я считаю, когда она в трезвом состоянии посмотрит на жизнь, она опять захочет выйти. Я заканчиваю это путешествие в смешанных чувствах. Во-первых, мы посмотрели совершенно разные истории. Что должен сделать человек, который увидел все эти истории, если у него все-таки появились какие-то эмоции? Ну, мне кажется, что самое важное найти кого-то, кто в вашем регионе помогает таким людям и поддерживать эту организацию. Мы оставим ссылки на возможность регулярно пожертвовать этим организациям, про которые мы рассказывали, и про Константе, и Фонду продовольствия Русь, и Каритас. Но надо понимать, что это не единственная организация. И этих организаций должно быть много, их должно быть больше. И чем больше мы поддерживаем подобные организации, тем лучше. Важная, очень важная мысль, которую я хотел бы еще раз проговорить, что благотворительный фонд – это не кошелек. Благотворительный фонд – это компетенция. В первую очередь, это опыт. В первую очередь, это знания. Это люди, которые умеют. Вот вы жертвуете им там 1 рубль, 2, 100 рублей. И они эти деньги конвертируют в помощь людям, в уход, в заботу, в любовь, в профессиональные какие-то навыки, в поддержку этих людей, в лечение этих людей и так далее, и так далее. Это компетенция. И вот именно это в фондах нужно поддерживать и помогать им развивать. Да, единственное, тоже надо немножко быть осторожным, потому что много у нас мошенников. Вы можете легко зайти на сайт нужнапомощь.ру, у нас 180 уже там 9, наверное. Которые проверены, да? Проверены, верифицированных фондов со всей страны. Выбирайте любой из них, ни один из них точно не мошенник. Да, мне кажется, если после просмотра этого ролика среди моих зрителей стало немножко меньше равнодушных людей, если вы о чем-то задумались и начнете как-то, может быть, кому-то помогать, да, или деньгами, или сами поедете, или волонтером, или хотя бы просто вы задумаетесь над тем, что происходит у нас в стране, и что это нужно как-то менять. Все мы делали не зря мы с Митей 3 дня ездили по России и поедем обязательно еще. Не забудьте поставить, как обычно, лайк, подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. Напишите в комментариях, что вообще думаете, интересна ли вам эта тема, стоит ли дальше на эту тему снимать какие-то ролики. Всем пока. Пока.
Thank you.